Доброе утречко, мои любимочки. Доброе утро, мои хорошие. Я уже пришла на кухню. Хочу сделать завтрак. Вчера как мне захотелось чего-то такого сладенького. Ну, что-то такое на завтрак. И решила сегодня сделать такие полезные, скажем, блинчики оладушки, нарелик. В общем, не знаю, кто как назовет. Вот. И поделюсь с вами рецептиком. Так. Оп, чтобы вам так немножко было видно. То есть я беру 3 банана. Еле дождалась, чтобы уже утром, вечером же, ну, бананы, знаете, такое нежелательно. А так на завтрак. Сейчас вас хочу, чтобы и меня видно было. И не наклоняться. Так как Данилу сегодня на 12 часов в школу, уже пойдет получать оценки и начинаются уже каникулы. Все. Ну, как-то так, знаете, у них нет такого, вот как у нас, да, что торжественная линейка, то есть у них ни в начале года, ни в конце нет такого, что, да, как у нас, там все идут с цветами, там нарядные. Здесь такого нет. Так. Значит, 3 банана и сюда же вбиваю 3 яйца. Они такие получаются вкусненькие, без сахара. Сладость только та, что в банане. Так, ребятушки, и беру блендер. И теперь это все забью бананы наши и яйца. Теперь добавляю 100 миллилитров молока. Так, ребятушки, тут у меня 75 грамм рисовой муки. Конечно, если вы, допустим, вам не нужно облегчать, допустим, калорийность, то вы можете белую муку. С белой муки, конечно, гораздо вкуснее. Вот, я так для того, чтобы понизить колораж, да, готового блюда, я добавляю рисовую муку. Если вы любите овсяную муку, можете добавить овсяной муки. То есть ничего страшного. Так, тут у меня получается 75 грамм рисовой муки. Я добавляю 1 чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваю.
ввожу нашу массу. Для того, чтобы немножечко оттенить вкусы, да, потому что без соли все равно это, я немножечко добавлю соли. Вот такое вот у меня получилось, видите, красивенькое такое воздушное тесто. Вот. И сейчас буду выпекать. Поставила нагреться сковородку. Вот тут у меня немножко масла. И я вот так вот совсем чуть-чуть, знаете, только пленочку создаю на сковородочке. Так, ребятушки, и беру вот так вот. Вливаю на сковородку. Накрываю крышечкой. И жарю. Так, ребятушки, открываем. Смотрите, какие дырочки, какой красавчик. И теперь аккуратненько переворачиваем. Сковородка, конечно, у меня такая немножко уже поюзанная. Оп! И смотрите, какой красавчик. И опять накрываем крышечкой и прожариваем с другой стороны. И так проделываем все наше тесто. Посмотрите, какие красавчики получились. Такие мягенькие, воздушные. Вот. И также сверху вы их можете полить этим медом или сиропом агавы, как в моем случае. Это для сладости, если кто-то хочет. Вот такая вот вкуснятина у нас получилась. Смотрите, я вот вам сейчас, видите, вот с двух сторон разламываю. Посмотрите, какая красота. Вкусненько, сладенько и, главное, полезно. Так что все, я пошла, девчонки, завтракать. У меня тут еще остался кофе. Мне сегодня сын проснулся утречком, принес мне кофе в постельку, мое солнышко. Я не считаю, вот, девчонки, я не считаю, что это позорно, зазорно, да, ну, может быть, для некоторых это дикость. Вот, меня иногда может этим баловать муж, ну, вообще-то он кофе всегда делает, даже если мы не спим, но если я, допустим, даже еще валяюсь, ему скучно, там все это, то он может легко принести кофе в постель. Я не считаю, что это стыдно или унизительно, или еще что-то, и точно так же. Вот, смотрит на это Даниил, и точно так же иногда может себе позволить это сделать, ему не надо ничего говорить. И я очень рада, и мне будет приятно, что в будущем он свою жену сможет побаловать чашечкой кофе в постельке, и я считаю это... Ничего в этом страшного нет. Все, я побежала завтракать, потому что я уже голодная. Вообще до не могу. А вам всем хорошего дня.